Так, всем привет, всем доброго времени суток. У нас раннее утро. Время приблизительно у нас сейчас около 7 утра. Я уже давно встала, истопила печку. И сейчас я делаю фарш для котлет. Для котлет, может быть, что-нибудь еще сделаем. Здесь у меня свинина с курицей, чеснок, лук добавила, яйцо, перец, так, соль. По вкусу все приблизительно. Добавила немножко батона белого. И я всегда добавляю фарш, в любой фарш, чуть-чуть майонеза. Научила меня этому одна женщина. Сказала, что будут котлетки очень пышные, очень вкусные. Ну, как бы я так и делаю. Я одна сегодня с утра дома. Дел достаточно. Еще достала. Сейчас перемешаю хорошо. Еще достала. Грибы замороженные, вон сколько жидкости они мне, я их обычно с вечера достаю, и они вон оттаяли, сколько жидкости мне много дали. Надо будет что-то тоже с ними делать. Грибов наморозили много, но любителей грибов у меня мало. В основном я люблю грибы в нашей семье, и нужно грибы тоже потихонечку кушать, что-то с ними приготавливать. Здесь в основном у меня боровики. Беленьких немножко, лисички я морожу отдельно. В общем, как обычно, начинается день с какими-то своими заботами, с хлопотами. Ну, в общем, из грибов я сварила грибной суп, а котлетки пожарю позже, перед приездом мужа домой, чтобы они были горячие. И посмотрите, у нас наконец-то выпал снег. 2 дня шел снег, закрыло всю землю. Теперь вроде бы похоже на зиму, но сейчас в данный момент у нас +2. Я думаю, что и этот снег у нас растает. Вон, пожалуйста, с крыш все капает, все течет. Трава зеленая, снег такой контраст, да? В общем, все тает у нас опять. И пойду я прогуляюсь до мамы, проверю их. Сейчас вот такое время, когда погода такая, то оттепель, то мороз. Очень все болеют. И, по-моему, я тоже начинаю заболевать. Что-то болит горло, нос крутит. А хуже нет, когда вот такая погода переменчивая. Пойдем немножко прогуляемся. Ты остаешься дома, ты со мной не пойдешь. И вот даже вот по трапам можно видеть. Видите, утром разметали. Здесь вот такое вот все сыроватое. Ну, снег сырой. На улице у нас сейчас обед, как-то темно, народу вообще не видно. Люди в основном с утра идут в магазины за хлебом, за продуктами. Ну вот в школе огни светятся, уроки идут, детки учатся. Река наша за это время несколько раз скрывалась, снова замерзала. Погода у нас то плюс, то минус, соответственно, и речка не может до конца замерзнуть. И вот видите, опять у нее середина вся вскрылась. От льда течет вода. Вот так вот выглядит у нас в декабре месяце наша река. Обычно в это время раньше она замерзала, а в этом году вот так вот. Мама моя живет на улице Первомайской. Несколько улиц у нас, вот у них Первомайская. Это такой вот переулочек, здесь несколько домов всего. И от меня до нее по времени примерно 5 минут ходьбы. Ну, сейчас нас местные жители будут приветствовать. Вот первый нас приветствует, охраняя свою территорию. Да мы не пойдем к тебе, не пойдем, не нервничай. Вот, кстати, кто-то спрашивал, как выглядит деревенский колодец. Вот сейчас вам покажу. Мама у меня берет здесь воду. Вот такая вот как бы будка, дверь. И там, пожалуйста, сруб, ведро, ручка у них, все как положено. Набираешь, и вот такая вот, вот такой вот колодец. Берут водичку. Не у всех есть возможность выкопать скважину, сделать либо свой колодец. Есть вот такой у нас колодчик, с которого местные жители берут воду. Ну, подхожу к дому мамулечки, уже показывала несколько раз. Вот здесь вот она у меня живет. На, это хозяин нас приветствует, да, Карусь? Его вы знаете, он с нами был на рыбалке. Много где. В общем, идем в гости, узнаем, как у них дела. Мать, ты что, замерзла? На улице-то тепло. Сима, тоже многие знают, видели эту красавицу. Ну и второй барин. Он какой красавец.
Все нормально, проверила мамулечку, иду домой. Сейчас еще к чаю нужно что-нибудь напечь. Иногда бывает так. Сваришь кашу, поели, и осталось совсем немножко, ни то ни сё. В таком случае в остатки каши я добавляю яйцо, соль, сахар, муку и выпекаю оладушки. Вот сегодня у меня будут оладушки с добавлением гречневой каши. Я их называю гречанки. Вот так они выглядят в готовом виде. Так вот в разрезе. И каша не пропала, и со сметанкой самое то. Ну, а пока я готовлю, гуляю, кое-кто занимается совершенно другими делами. Подводная жизнь. Течет себе и течет. Тут как бы все вот разлилось. Здесь вот была дорога, по которой мы всегда ездили, проезжали. Вот хата ихная. Хата реально здоровая. Вообще большая. Вообще он капец какая. Выше меня роста. Так они ее утрамбовали вообще. И вот здесь вот дорога, по которой уже просто не проехать. Какое тут проехать? Вот представляете, дорога, вот она. Вся затоплена. Вот плотины ихные, все здесь везде. Сейчас покажу сзади также вот. Вот хата ихная. И вот так же вот туда вот. Вот где-то примерно расстояние, не знаю, метров, наверное, ну, 100, наверное, где-нибудь 100-120 примерно так вот. Все затоплено. Вот они так вот плотину утрамбовывают все полностью. Грязью, палочками. В общем, дорогу перекрыли полностью они. Сделали такой перепад, и все. Вода здесь у них есть. Как бы еще подлезть-то сюда. Вот, вот такие вот запасы они делают. Когда подрастаяло, они вот, у них где-то есть вылаз. И вот потом грызут, делают такие вот бревнышки. Уже питаются ими. Ну, какой лесоповал они тут устроили. Еще везде все навалено. Все везде свалили, блин. Конечно, в лесу они с голоду не останутся. Везде повалили, блин. Раньше хоть осины валили. Теперь и березы валят. Все валят, что приходится. Все, я пришла, пойдем. Заканчивается у нас очередной день с какими-то своими делами, проблемами, заботами. Вот все равно, согласитесь, когда снег лежит на улице, как-то настроение совершенно другое. Празднично, светло как-то на душе. Я люблю зиму, не знаю, кто как. Ну, на этом я буду заканчивать. Видео выложу, наверное, 19 декабря. И, пользуясь случаем, всех хочу поздравить всех людей, кто носит имя Николай, так как 19 числа это день памяти святого Николая. Всех с именинами, всех Николаев с праздником. Ну, на этом все точно. Пока. Всем удачи, крепкого здоровья. До новых видео встреч.